Всем здорова, это домашний канал Валерки, и мы продолжаем Resident Evil Remake 2. Вот, проходить. Итак, пробежался я по вашим комментариям, значит, и там вы мне сказали, что флешка, которая находится внизу, ой, внизу, наверху, да, наверху, в комнате, в кабинете Старс. Так, давайте пистолет сразу сейчас апгрейдим. В кабинете Старс она еще пригодится в подвале. И я начал, короче, припоминать. Да, в подвале, когда... Помните, там, за Леона, по-моему, не знаю, за Клэр мы ну, были там, видели? Не помню. Вот, за Леона, когда играли, там был такой шкафчик или такая какая-то там... сеточка или что-то такое, короче, куда, в которую надо было что-то вставить, короче. Вот. Я так предполагаю, это флешка. И там какие-то вкусняшки, короче, лежат. Вот. Возможно, это флешка для этого места. Так что сегодня у нас по планам так. Мы идем с вами в кабинет Старс. Да какой изучить? Кабинет Старс. Вот. Так, давай. Не знаю, наверное, пока этот пистолет выкинем, да, как и планировали. Вот. Что еще? Что еще выкинем? Два места маловато. Два места маловато. Давай пока... выложим, да, эту штукенцию. Вот, по плану, значит, так, короче, идем в кабинет Старса, забираем флешку, спускаемся в подвал, я так понимаю, вот этот лифт ведет в подвал, спускаемся в подвал и берем там ништяки. Вот, дальше, идем за домкратом, а может, в принципе, так, нет этого здесь гамадрила лысого. Может быть, в принципе, как бы по пути заберем, короче, и домкрат, и все остальное. Вот. После того, как мы заберем ништяки, мы отправимся с вами... отправимся с вами в библиотеку. Вот. И уже попробуем... все-таки добыть часть. Так, это все убираем. Добыть часть электрощитка. Окей. Окей. Что там шевелишься, эй? Не надо. Тут... не надо тут это делать. Так, окей, пока этого гамадрила я не слышу. Ни топота, ничего. Можно, в принципе, идти спокойно. Хотя, блин, это... так. По-моему, сюда, да? По-моему, сюда. Короче, забираем доски. Забираем доски. Ну да, наверное, сейчас заберем там крат. Забираем доски. Где у нас тут? А, погоди, никуда. Здесь комната. Ключ черви. Отлично. И попробуем, короче, экономить аптечки, стараться аккуратно. Так, забрали домкрат. Граната. Пришел, да. Это как бы заскриптовано, короче, получается. Он сюда все равно приходит. Так, там сканер. Сканер там. Погоди. А, сохранка. Нахер она нужна? Бежим. Так, 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 так. Где выход? Где выход? Где выход? Здесь у нас лизун. Лизун, лизун, аккуратненько, 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 аккуратненько идем, бежим. Теперь можно бежать. Теперь можно бежать.
Быстро, быстро. Быстро, аккуратно. Так, где погреб? Все. Иди в жопу, лысый. Отлично, отлично. Все получилось, все получилось. Мы еще и траву захватили с вами. И гранату. И это. Так, эту гранату давай уберем. На всякий случай. О, смотри, галочка. Значит... Все, ключ нам не нужен. Отлично. Я и думаю, как это должно обозначиваться, то, что ключ больше не нужен. Вот. Как бы так. Окей. Одно дело сделано. Одно дело сделано. Теперь нужно отправляться в комнату Старс. Окей, этот гамадрил где-то здесь. Походу наверху. Прям над головой. Тихо. Вот откуда он взялся? Вот звук был просто вот над головой. Он был просто наверху. Как ты здесь очутился? Просто он телепортнулся, походу. Так, дверь, по-моему, закрылась. Блин, он, походу, ушел в ту дверь, куда нам надо. Смотри, сейчас выйдет, смотри. О, нет. Не могу понять, вот реально я не могу понять. Ладно, перебежками сейчас в этот надо. В сейв-рум, короче. Перебежать аккуратненько. Так, окей. Отлично. Отлично. Фу. Блин, я не знаю, может сохраниться? Может сохраниться к чертям собачьим? Давай. У нас, в принципе, 6 сохранов, в принципе, хватает. Я думаю, еще насобираем. На всякий случай, да? Используй так, 6. В смысле, 6, что это? 6, что это? Так, окей, 7-5. Вот это. Так, ладно. Теперь уже как-то поспокойнее. Блин, вот это звук. Где он? Блин, прям как будто вот прям передо мной. Вот ты где. Давай уходи. Ну только не наверх, ну пожалуйста. Молодец. Ждем, пока хлопнет дверь. Но уходи. Дверью-то хлопнешь, нет? В смысле? Он меня не видит. Опять наверх пошел, да засранец ты. Спускайся и иди вообще в другую сторону, окей?
Слишком большой, чтобы... Где ты? Уходи давай, ну. О, молодец. И куда-нибудь в дверь давай. Буду я тут еще полчаса с тобой тут стоять и возиться. О! Отлично. Отлично. Наконец-то. Так. Офис Старс. Офис Старс. Здесь, да, где-то? Угу. Он же не сможет, да, зайти в этот офис Старс? Он только по коридорам там шарится. Так, отлично. Берем в Хлеху. Все. Ну и в принципе на карте здесь, да, вот у нас все. У нас красным отмечена только библиотека. Так, окей. В принципе, все, можно спускаться в подвал. Я надеюсь, мы сможем раздобыть там что-то интересное. Нам бы еще кнопочку найти. Если вы помните, где находится кнопочка от оружейной, там, ну, цифра 3 вот это, да? Пишите в комментариях, как бы. Я просто ни черта не помню, где мы брали, когда играли за Леона, либо, может, здесь уже по-другому разбросано все. Это может быть как вариант. Так, теперь надо аккуратно добраться до... Блин, рычание этого, дыхание этого лизуна, вот непонятно где, видели, да, его не было ни на потолке, непонятно где, где он там в угол забился куда-то. Отлично, отлично, аллилуйя. Более-менее спокойно пока все проходит. Более-менее спокойно. Самая жесть начнется в библиотеке. Вот я стопудово уверен. Вниз-то он за мной на лифте-то не спустится, это 100%. Так, окей. Здесь, по-моему, у нас врагов больше никого не было. Здесь у нас... А это спуск к битве с Биркиным. Мы девочку нашли. Там у нас Биркин. Так, вот здесь внизу, по-моему. Как же стрёмно спускаться в такие подвалы. Так, окей, здесь... Да, у нас... Вроде ничего такого не лежит, да? Так, вот. Наверное, вот. А... Да ладно. А, вот. Да, вот она, флешка сюда вставляется. Отлично. Что у нас? В смысле? Погоди, я не понял юмора. Включить. Закрыть, что ли, надо? О, да, надо было закрыть просто. Глушитель? Глушитель MQ-11. Что у нас такое MQ-11? В принципе, я не знаю, жетон нам нужен еще, нет? В принципе, он не нужен. Ну давай заберем, сейчас уберем это
Сундук. Так, деталь для МК-11 подавляет шум от стрельбы и служит противовесом, значительно уменьшает увод ствола. МК-11, да, это для... для вот этого штуки. Окей. Апгрейдили, но она занимает, смотри, два места. Два места. Понимаю, сводка лучше. Допустим. Окей, мы можем теперь, в принципе, бесшумно убивать зомбарей, не привлекая к себе внимания. Ну, теперь остается самое сложное на данный момент. Это... Так, я правильно же иду? Или... Погоди, нет, я ушел. К Биркину пошел. К мертвому Биркину я пошел. Окей. Поехали. Поехали. Так, а теперь самая жесть. Блин, в идеале бы сохраниться, но, блин, мне жалко. Жалко тратить охранку эту. Давайте попробуем аккуратненько. Лысый дядька. Так. Воу, 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 я ж дернулся, твою мать. Ты чё так пугаешь, говно сраное? Я почему-то дернулся. Жесть какая-то. Окей. Уйди. Уйди, проклятый. Уйди, твою мать. Как ты меня сотрал? Сколько можно? Почему он так пугает? Причем не было эффекта. Не знаю, это либо эффект неожиданности, или что это было. Какая-то жесть. Ладно. Ушел? Дядя, вы ушли? Дядя, вы ушли. Не ушли. Окей, там у нас сейчас куча зомбарей. Куча зомбарей. Так, это я взял. А, блин! Домкрат-то не взял. Сейчас бы был просто фейл. Беготней, в принципе, мы привлекаем внимание. Видите, не было никого. И я пробежался. И этот лысый дядька. Так, давай. Берем, уберем. Это убираем. Домкрат берем. Блин, я не знаю, аптечку брать или не брать. Ну ладно, давай не будем. Окей. Теперь опять его вылавливать, ждать момент, когда он свалит. Ну, в принципе, тишина. Не, где-то топает. Ну, судя по звуку, он где-то далеко. Хотя, блин, на звук очень опасно ориентироваться, потому что здесь... Где? Ой, здрасте. Ой, здрасте! Он, походу, меня не увидел. Нет, увидел. Он меня почуял. Все, уходи. Все, уходи. Я спрятался. Я в домике. Так, ждем. Ждем хлопка двери. Че, наверх пошел, что ли? Зачем тебе наверх, а?
Какую дверь ушел? Надеюсь, не в библиотеку. Что за треск? Так, вроде справа. Вроде справа. Так, окей, зомби, здрасте. Вау! Вау! Он здесь! Он здесь! Блин, блин, там стоит. Там стоит. Смотри, ползет, ползет. А, это, давай вниз. Проваливай. Отлично. Резкий спуск вниз. Десантура просто. Вот у меня реально звук был в правой стороне. Такое ощущение, что он топал он от той, с той стороны. Но он оказался в библиотеке. Кусок. Кусок лысого дядьки. Блин. Вот если бы его там не было, вот можно было спокойно поставить этот сраный домкрат, короче. А там же еще, по-моему, передвигать надо, да? Передвигать эти шкафы. Блин. Так. Наверх пошел. Пошел наверх. Надеюсь, не в библиотеку опять. Надеюсь, не в библиотеку. Так, домкрат. Ставим быстро домкрат. Молодец. Умничка, девочка, умничка. Умри, падла. Какая. Сдох? Походу, да. Так, окей. Делаем себе мост. Давай, ты... Чё ты не двигаешь-то? Отлично. А, стоп, погоди. Варита нет здесь? Поблизости. Опа! Откуда ты взялся, падла? Твою мать! Давай. Последний ящик остался. Отодвинуть. Чуть-чуть. Еще.
Отлично, очень напряженно, очень напряженно. Все, четко. Теперь за аптечкой. Бегом. Бегом. Опа-па-па-па-па-па-па-па. Бегом, 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 бегом. Я не хочу умирать. Я не хочу умирать. Отлично. Уже лучше. Уже лучше. Прей. Фу. Отлично. Отлично. Ждем. Пока свалит. Давай, давай, еще зайди ко мне в домик. Знаешь, такую в играх. Я в домике. Как-то так целенаправленно ушел. Обиделся, наверное. Так, он поднялся наверх опять. Главное, чтобы... Я его не слышу. И дверь я не слышал, чтобы открылась и закрылась. Или он так по-тихому... По-тихому ушел. Блин, откуда там взялся зомби, кстати? Который кусил меня. Отлично. Я надеюсь, он не сверху. Фу. Отлично. Так, там тупик. Там тупик. Понятно. Здрасте. Опа, здрасте. Погоди, стоп. Отлично. Забираем траву. Отлично. Так, он сюда не придет, по идее, да? Он... Блин, у меня 2 патрона. Он, по идее, сюда не должен прийти. О, так, окей. А, план ремонта. Место часовая башня в западной части полицейского участка. Ввиду высокой исторической ценности колокола мне пришлось доверить его ремонт специалисту. Подробностями поделюсь, когда он прибудет, а пока просто закреплю колокол, потому что хомут вот-вот треснет. Понятно. Так, мне надо как-то... Вон она, деталь. Мне надо как-то... Добрать. Так, окей. Давай шестеренку ставим. Да, по-моему, эту шестеренку надо будет забрать, что ли. Перестать. Блин, очень шумно. Очень шумно. Главное, чтобы... Мистер Икс не пришел. Так, что здесь? Шестеренку надо ставить. Посмотрим. Какой-то лут есть. Опа, подойди.
Что за место? Икс не пришел. Так, что здесь? Шестеренку надо ставить. Посмотрим. Тут есть. Что за место? Икс не... Шестеренку надо ставить. Маленькая шестеренка. Окей. Маленькая шестеренка. Я не помню, здесь как-то вот местами надо будет поменять эти шестеренки, что ли. Я не помню. Бегать не будем, потому что, блин. Мало ли. Мало ли. Это у нас заработало. Так, погоди, по-моему, шестеренку вот эту, которая здесь, ее надо. Забрать. А лестница уже не поднимется, в принципе. Поставить наверх. По крайней мере, я думаю, что сюда он не может зайти, потому что здесь все-таки решаем головоломку, как бы, чтобы он не отвлекал т.д. и т.п. Патронов, конечно, нет. Ну, да, вы писали в комментах, что стоит поюзать порох. Но это, я думаю, уже мы займемся, наверное, в следующей серии, потому что... Сейчас мы добудем деталь, отправимся в комнату сохранения и... Блин, вот как это шумно, да? Вот, пипец. That worked. Получилось. Блин. Этот лысый дебил, короче, он слышит стопот этих каблуков, но не услышал или услышал. Услышал, как упал колокол. Убираем. Отлично. Сразу включить, сразу открыть. Так, всего две детали, по-моему, да? Все, больше. Получить магнитную карту от гаража. Мысли. Что еще за магнитная карта в гараже? Где ее взять? Эти. Здесь этого дядьки нет. Патрончики какие-нибудь лежат. Блин, я думал, это трава. Это кусты. Тупик. Порох. Много порох. И как секретная такая локация. Ладно, теперь остается нам, остается пробежать к сейву. Главное, чтобы лысое чмо здесь шало. Так, зомби ушел. Блин, монстр. Давид. Погоди. А здесь дверей-то больше нет, нет? Нет он их. У меня всего два патрона. Два патрона и вспышка. Так, в принципе, он там далековато от двери. Нужно будет
Дядя, открывай, открывай замок. Я не знаю, что там за дверью. А, отлично, отлично, отлично. Отлично. Все шикардос. Все прекрасно. Все прекрасно. Все шикарно. Все. Здорово. Просто отлично. Туда он не должен прийти. В принципе. Фу. Это было жестко. Это было жестко. Мы справились. Окей. Сохраняемся. Сохраняемся, и на этом будем заканчивать, дорогие друзья. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Ссылочка на прохождение будет в описании под видео. И с вами был Валерий. Всем пока.